Привет, вы смотрите «Мир глазами охотника». Недавно мне написали из компании «Акватик». Ну, я раньше, если честно, не слышал о такой фирме. Ну, давайте мы что-нибудь пришлем вам на обзор. У нас, в общем-то, отличные товары с упором на качество. Ну, мне стало интересно, я посмотрел. Там огромный выбор всяких рюкзаков, сумок, в принципе, неплохих. Я потом был в рыболовном магазине у нас в городе, посмотрел. Ну, вроде такие... Ничего. В принципе, доступные цены, не китайские, конечно, но нормальные, адекватные цены за рюкзаки. И качество, хорошее качество, ну, на самом деле. Кому интересно, посмотрите. А себе я выбрал, в общем-то, такую вот интересную штуку, потому что знаю, я себе ее никогда не куплю. Вот такая вот рыболовная маечка. Очень себе прикольненькая, с карпом. Ну, в общем, это специальная такая майка для активного отдыха, ну, то есть, в частности, это как бы для рыбалки. Пошита она из полиэстера, вот здесь такая сеточка, снаружи гладенькая. Там написано, что она защищает от ультрафиолета, не сковывает движение. Сейчас я померю, я такой дрищик, может, немножко для меня рукава коротковатые. Ну, так в целом, приятно. И так, и снаружи такая гладенькая, и изнутри приятная. Ну, все прелести данной майки, я думаю, в летнюю жару мы увидим. Нормально в ней или ненормально. Я привык к обычной хлопчатобумажной рубашке. Ну, мне в ней комфортно, ну, а такая приколюха тоже ничего. Еще я попросил, чтобы мне прислали куртку. Ну, вот эта вещь реально такая нужная для охотника, для рыбака. Это... антимоскитная куртка, вот она вот так выглядит. Еще раз повторил, наверное, что у нас воды очень мало, и поэтому и один единственный плюс будет мало комара и мошки. Ну и, кстати, чтобы было вам интереснее, я попросил две куртки такие, они мне прислали две куртки. Вот я одну даже не распаковывал, она запечатана. Одну я разыграю среди вас, своих подписчиков. Кто не подписан еще, подписывайтесь. Условия простые. Оставляете комментарий под этим видео, лайкаете. И вы должны, конечно, быть моим подписчиком. И все, я через 2 недели разыграю. И кому-то достанется такая куртка. Сейчас я ее померю, покажу. Еще подписывайтесь на мой инстаграм. В нем я размещу результаты через 2 недели. Обещаю там побольше делать публикаций. Ну, тоже там своего рода интересненько. Если будет набираться хорошо подписчиков, буду активнее заниматься инстаграмом. Но все равно, у кого есть, подписывайтесь, заходите. По ссылке тоже в описании. Все будет в описании, в общем-то. А, самый главный плюс этой куртки. Ну, не самый главный. Самый главный то, что она защищает от комаров. Вот такой вот тут карман есть посередине. Все, куртка упирается в собственный карман и практически не занимает места, можно даже в машине как подушечку такую маленькую использовать. Закинул куда-нибудь на заднюю панель и все. И вдруг, если начинают закусывать комары, достаешь и пользуешься. Цвет камуфляж, вторая точно такая же. Да, насчет качества, написали они мне, что качество мы... в общем-то, пропагандируем. Ну, и на самом деле, пошито хорошо. То есть, видно, да? Швы какие. Нигде никакая ниточка не торчит. Ну, нормально, мне нравится. В принципе, на самом деле, качество норм. Сейчас я померю, покажу, как оно выглядит. О, единственный нюанс. Вот здесь есть регулировка капюшона, то есть... мне вообще зачетно, здесь камеру буду высовывать, капюшон чуть подтягивать и все, и лови себе спокойно. То есть, видно, она свободная, здесь под мышками такая большая сетка, можно на голое тело одевать, спокойно все будет дышать. Единственное, что мне не очень понравилось, это вот как они решили эту задачу, можно было бы какие-нибудь заклепочки такие сюда организовать. Ну, не критично, тут завязано, все нормально.
манжеты на руках, ну, комар носу, как говорится, не подточит. Чива, иди сюда. Такая вот у меня подруга. Еще бы Чиви. Ждем со дня на день пополнения в семействе. Да, подруга? Все, иди гуляй. Кто курит, можно расстегнуть, покурить, чтобы не пропалить пленочку. Ну, я думаю, что если даже не получится у меня по комарам протестировать, то я по пчелам протестирую в этом году ее. Тем более, что пчеловодческие костюмы, они все-таки такие поплотнее. И когда надеваешь там на рубашку их, как-то так жарковато. И когда целый день работаешь на пасеке, не очень. Единственное, что можно там, если там где-то что-то корпуса, улья переносишь, порвать. Ну да, по корчам мне не полазишь, потому что можно порвать вот эту сеточку. Повторюсь, там на сайте посмотрите, ремни есть, рюкзаки. Рюкзаки очень классные на все случаи жизни, сумочки, подсумочки. Посмотрите, вот именно на сумки и рюкзаки я обратил внимание, что очень такие неплохие и по нормальным ценам. Ну и спасибо Акватику за такой подгон классный. А вы подписывайтесь на канал, оценивайте видео, оставляйте комментарии и выигрывайте такую куртку. Все, увидимся в угодьях.